сети появилось видео короткого фрагмента тренировки американского боксера Дэниела Джейкобса, который продолжает подготовку к бою с Геннадием Головкиным. Известно, что тренировочные лагеря Джейкобса пройдут в двух городах, в родном Нью-Йорке и Хейворде, штат Калифорния. В числе его спарринг-партнеров украинец Сергей Деревянченко и грузин Автандил Хурцидзе. Ожидалось, что в подготовке Джейкобсу также поможет и Евгений Хитров, однако боксерские организации запретили ему спарринговать в течение 90 дней. Причина в первом поражении украинца. 14 января он проиграл досрочно американцу Эммануэлю Алиму, дважды побывав в нокдауне. Отметим, что в Хейворде Джейкобсу и его тренеру Андре Розье в подготовке к бою с Головкиным поможет Вирджил Хантер, известный по работе с Андре Ордом. Короткий фрагмент тренировки опубликовал инстаграм известного проекта о боксе The Boxing Voice.